Всем привет, дорогие друзья, с вами блогер Саратов. И сегодня бы хотел немножко поговорить о том, что, ну, довольно изъезженная тема, конечно, Кокорин и Мамаев, два футболиста, два выдающихся игрока. Но Мамаев, на самом деле, из всех игроков нашей сборной, которая играла во Франции, выглядел более-менее нормальным футболистом. Ну, естественно, это не уровень Роналду или Бейла, поэтому за счет футбола к Мамаеву на Евро вопросов особо нет. Кокорин, да, Кокорин там чудил, дай бог. Поехали дальше. В общем, после поражения жесткого они уехали там тусить, отдыхать в Монако. Ну, как бы это их дело, пожалуйста, ребят. И тут происходит такая ситуация. Ну, они приходят в ресторан там, или, я не знаю, в клуб, как говорили, да? И на следующий день появляется видео, где выносят официанты шампанское. Каждая из этих бутылок стоит по 500 евро. На 250 тысяч евро всем гостям в зале. Якобы такой подгон. Еще и под гимн России выносят, да, это все. Мне кажется, это чистой воды какая-то подстава. Чистой воды какой-то стёб над футболистами был, да. Тех русских людей, которые там тусили, отдыхали, да, тоже, скорее всего, каких-то там чиновников, может быть, или детей чиновников, но неважно. Это я не утверждаю, это просто мои какие-то догадки, мое личное мнение. И мне кажется, эти люди, у которых там был тусняк, заметили, значит, Кокорина с Мамаевым и решили подстебать вот так вот, вынести бутылки, подарить им эти бутылки, еще включить гимн России, вот типа, и снять это на видео еще. Чистой воды подстава, чистой воды вброс для СМИ, ну реально. Не, ну представьте, значит, люди проебали, блядь, все, что можно в Евро, приехали тусить, значит, да, зашли, значит, в самый пафосный клуб там в Монако, да, и начали угощать всех шампанским. И еще включили гимн России. Но это как бы... это надо быть настолько идиотами, чтобы это сделать. Ну, как бы вообще безмозглыми людьми. Я не думаю, что Кокорин и Мамаев как бы безмозглые люди. Они вполне адекватные. Вот, чтобы сделать такое. Но СМИ тут же подловила эту инфу и выдала нам такое, что якобы Кокорин с Мамаевым угощали там всех. Мне кажется, это неправда, мне кажется, это бред. Да, скорее всего, вот эта подстава могла произойти со стороны владельцев самого этого клуба, самого ресторана. Тем более их заявления говорят об обратном, типа, о, мы вообще не знали, что у нас футболисты, и так далее, и тому подобное. И плюс ко всему, они их начали сразу отмазывать, типа, говорить, да нет, это не они, там тусили другие люди. Поэтому, возможно, похоже на то, что эти люди сами сделали такую пиар-акцию, да, чтобы был скандал, чтобы об этом заведении везде писали, говорили и так далее. Но, скорее всего, это не так. Это Европа, и вряд ли кому-то нужно вот так вот пиариться. Ну и тем более эти рестораны и так все знают, все мажоры, все блатные и так туда идут и ходят с удовольствием. И тратят огромные деньги. Поэтому особо в рекламе, я думаю, они не нуждаются, особенно в такой. Поэтому, скорее всего, это сделали сами люди, ну, другие, которые отдыхали там, просто постебались над Кокориным с Мамаевым и все, и сняли это на видео. То есть их, грубо говоря, жестко постебали, ну и, соответственно, тем самым подставили. Подставили тем, что на них в клубе наложены санкции, и Кокорина, и Мамаева спустили на состав ниже, да, не в основу, там, а в дубль. Ну, я точно не знаю, но тем не менее. И плюс еще штраф наложили денежный. Да, и я скажу одно, что мы очень херово играли на этом чемпионате Европы. Мы показали вообще ужасную игру, что тренер, что игроки. Но, тем не менее, вот таким вот вбросом я призываю вас не верить. Ну, как бы, не знаю, здравомыслящий человек, мне кажется, не поверит
ну и не сделает то, что говорят нам в СМИ, то, что якобы Кокорин и Мамаев покупали всем шампанское, тусили, кайфовали под гимн России. Но это бред, это называется закопать себя самого. Я не думаю, что им это надо. Советую вам не сразу верить в то, что говорят наши СМИ, а делать небольшой анализ, смотреть интернет, читать статьи и так далее. В общем, иметь свою голову на плечах и свое мнение. Спасибо вам за просмотр. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, пока. Сань, никогда не замерял скорость своего удара? Нет. Как думаешь, с какой скоростью летит? Ну, если Златан на километр 120, у меня где-то 130 летит. То есть тебя побольше, да?